очень устала и хочу спать. Я проснулась, чтобы с тобой познакомиться. Я не спала, наверное, ну, сутки точно. Я спала три часа сегодня. Я за смотреть. Двое суток спала три часа тоже. Твой ёбарь? Ага, бля. Если бы... Вроде бы общаюсь со всеми девочками, да, как бы там много своих знакомых. И хуй там друг ебаный. Теперь Соня нахуй у меня поселилась. А у нас две кровати, я живу с Владом. То есть, либо мы вдвоем с Владом спим здесь, на этом диване, она одна спит на том, на той кровати, это у спальной. Либо я либо сплю... Либо я сплю с оператором. Хороший секс не испортит дружбу, Лёш. Это ты женщинам скажи. Это только мужики такие умные. Женщинам пофиг. Вот я не знаю, вот у меня иногда такое ощущение, что девушки, знаешь, все же хотят секс, правильно? Независимо от пола, ну чаще всего. Но парни готовы со всеми. Девушки, вот им вот хуй. Вот даже если не хотят секса, хуй. Тебе вообще ничего не светит. Потому что девушки могут выбирать, а парни не могут. Ну это нечестно, блядь. Так а ты, это вы же придумали эту хуйню. Потом хочу дарить кому-то, завлекать. А девушки принимают. Я не хочу дарить, я не хочу завлекать. Я хочу тоже. Просто, типа, пойдем поебаться. Все, пошли. Я так и делаю. Поздравляю, я так не делал. Кристалл, это мое! Убери, мечтал. А что, это вина, да? Что, вино все выпили? Да. А Кореш Сакул занимается скрабингом чего-то там. Скрабинг закончился? Нет, я только хуярил. А ты реально был скрабинг? Что-то мне не понравилось, блядь, она мне кого-то на лицо накончала, блядь. Да, ну хвостик, конечно, пиздатый. Спасибо, я сам взял. Ай, блядь, глаз, сука! Драки тебе в нас попало. Я, блядь, знаю, как делать. Пошли черные точки, падаем. Тихо, блядь. Нет никого лучше, чем хорошие друзья или хорошие ребята. Они не бросят вас. А будет какой-то сложной ситуации. И вам могут помочь. Да, я 4 года. А девочки могут приходить и уходить в вашу жизнь сколько угодно. Согласен. А пацаны останутся. Жиза? Всегда. Так всегда в жизни происходит, к сожалению. Ну, мне тоже, Кореш, говорит, что так что никогда не разменивайтесь на девочек, друзей. Когда химия башка появляется, тебе становится похуй на всех остальных, кроме этой девушки, предположим, да? А потом химия попадает. Охуеть, сколько проблем, типа. Завалите, мы тут разговариваем нахуй на грустные темы. Я тут разговариваю. А у нас разные темы. Тоже грустные. От этого очень много проблем потом начинается. Ну ладно, другую комнату идите там. Сколько стоит секс с корешем? Бесплатно, если я захочу. Ну, типа, если, ну, как бы, симпатия будет, то бесплатно. Вот, подожди, спрашивай, мы еще выспались? Да, конечно, вот эта алкашка выспалась нахуй. Подремала полтора часа и проснулась. Заблевала полквартиры, проснулась. Я же такой, знаете, вот если мне понравится девушка, и она будет готова без отношений, я готов с ней все. Готов. Дарить подарки, ходить за ручку, там, заниматься, пизду целовать. Такая хуйня. Но, к сожалению, девушкам это не надо. Я нахуй не нужен, блядь, девушкам. Надо беречь себя. Она же спала на твоем месте. Она когда легла спать, я к ней подхожу, типа сижу и там глажу, она говорит, я сейчас пёрла под одеялом, нахуй, пердануло, одеяло так встает и вот так вот делает. И под моим одеялом и всё. Ты чё, палишь? Угадайте, почему тут туалетная бумага лежит? Потому что я обосрался. Походу. У каждого холостяка дома должна быть вот здесь вот, около компьютера должен быть рулон туалетной бумаги. Бля, кто смотрит еще пардуху за компом? Я. Так неудобно, это уже, блин. Серьезно? Да, иногда. Я тоже смотрю за компом. Типа на тельчике включил, типа, знаешь. Мини-тельчик. Не, на телефоне. Ну да, на телефоне и в кровати. Сафари. Сафари, частый доступ. Да. Да. Ебало, завалите нахуй. Привет, привет. Леша, а когда у тебя последний раз был секс? В апреле. Или в мае. В апреле, наверное. Куда они завтра дрочили нахуй? Я могу даже в гей-бар тебя зовут, блядь. Я не хочу в гей-бар, блядь. Да поехали с тобой в гей-клуб. То есть если я хочу с девушкой, а не с парнем. Да, так ведь не нужно быть с парнем, и девушки есть. Ты знаешь, туда дохуя... Туда все приходят, только мы гетеропары. В гей-клубы дохуя красивых девочек ходят. Да, так они просто по рофлам выходят. Да, да, там... Не, я реально, то есть, знаете, вы можете общаться с девушкой, вот, типа, я общаюсь сейчас с кучей девушек. Я просто понял, что, ну, лучше просто реально буду пользоваться услугами девушек с низкой социальной ответственностью. Ага, придешь на массаж простаты, а потом к тебе какая-нибудь Нина, нахуй, 40-летняя подвалит вместо, блядь. Типа, что бы ты ни делал, не дают.
Я не знаю, но я... Знаете, самооценка что падает. Что ты делал? Расскажи. Ничего не делал. Только поэтому не дают. А как? А ты вы... Не знаю, кувыркнись назад, блядь. Покажи хуй. Ну что сделать? Ну что-нибудь. Я приглашал девушку жить у меня дома, пока она приехала в Москву. Девушка жить дома, и что? Ну, ничего, блядь. Правда, она только приехала. Так, а нужно как-то это... подмигнуть, я не знаю. Как ты вот не бухаешь, пиздец? Ты вообще как живешь? Охуенно. Надо научиться просто чувствовать да? себя охуенно без алкоголя. Я себя пиздато чувствую в пьяных компаниях. Особенно, когда пьяные девушки. Мне прям вообще комфортно. Тебе так идет вот эта шляпа, блядь, железная. Мне тоже нравится. Очень красиво. Прям очень красиво. Бля. Не больно было эту хуйню? Я не помню, это было, мне было 17 лет. Это прям вот... Ой, блядь! Гадость, на. Но ей идет прям очень сильно. Мне тоже нравится. Чтобы не сексуально, я бы сказала. У тебя есть выбор, либо твердая табуретка, либо мягкие... Блядь, корж. Где мой ключ? От чего? От моей квартиры? Хуй. Вот эта хуйня, блядь, солёный, ёбаный маме. Мне тут уже всё, нахуй, выселяют. А зачем тебе ключ? А если я уйду, и ты уйдёшь? Куда ты уйдёшь? Куда? Тут будешь убираться, готовить, стримить. Ну стримить могу. Могу даже тебя постримить. И за тебя тоже. Я не знаю насчет этого. И соски прокол. Нихуя. У тебя соски прокол ты? Я сняла, да. Пока? Потому что тогда делала. Можешь показать дырочки в соске? Да забан... Я сняла, потому что было неудобно. Когда все заживало, короче. Реально заживало? Реально заживало. А шрамы есть? Ну, он на кульше покажет, типа, расскажет. Блядь, ну что за хуй? Нахуй. Почему все акуль тебе достается? Ну пиздец какой-то. Вот хорошо быть женщиной, да? А я гей. Женщина, то, что ты гей, ты не стал женщиной. Мне не нравятся девочки, и сиськи их нет. Ну мне да. Похуй. Ты хочешь посмотреть шрамы? Мне похуй на сиськи, покажи мне месяц про кого-то сиськи, мне похуй. Если так, знаешь, я иногда задумываюсь о прошлом, что было бы, если бы там того бы не было, или того-то Лёха. Было бы, или того-то не было бы. Ты мне подарила счастье. Лёха. Свободу. Когда? Косвенно. Лёха. Когда сделала грудь. Лёха. А, да? И кинула Лёха. Мне фото в карусете. Ну да. Поняла, Лёха. Да, о чём я? Бля, просто отключила. Ты дрочила или что? От абьюзивных отношений. Стоп, смотри, короче. Лёха, давай будем с тобой встречаться, на карусете, и нам все девочки... У меня такой спардейщик уже. Типа, я скинула фотку, я всем скинула, типа я что после операции. И нам все девочки будут не показывать... Поняла. Ну, ты мне помогла. Все девочки будут показывать сиськи, потому что думают, что мы вместе. Да. Пошла показывать титьки. Реально? Реально! Пойдём, девчонки! Лёша! Пойдём смотреть сиськи! Ура, сиськи! Наконец-то! Пизду, блядь, лучше загублю нахуй, как обычно. У меня же камера стоит, блядь. Бля, я не знаю, да, что у них. Они не знают. Красава. Ай, блядь, ну ладно, похуй. Слышь, не жрать. Хочешь, стоит. Можешь их потрогать, а потом на меня натронуться? А ничего. Ну, поскольку я буду с Руди спать, скорее всего, надеюсь, она крепко спит. Потому что я, блядь, руки распускать умею. Да, знаешь, так случайно так ну, просто. Конечно, ночью ты такой спишь, переваливаешься такой. Так вот кусочек такой захотел, так случайненько тихо. Ебать долго. Она там смотрит, трогает. Столько секунд она смотрит сиськи и обсуждает их. Но она по-любому сейчас подробно. Бля, я реально хочу, чтобы она меня сейчас вот так вот, чтобы акула меня сейчас вот так вот делала. Ты видишь, сейчас приходит в фольстрим и так вот нам показывает всем сиськи, и так говорит, надо смотрите, трогайте. Нет, это только моё. Не про акулич. Нет, я про Руди. Знаете, что мы выяснили? Что? Что ее натуральная грудь больше, чем моя силиконовая. А ты потрогал эту сиську? Нет, я не трогала. Можешь попозже потрогать. Можешь сейчас потрогать через? Ну чуть-чуть. А можно я сяду куда-нибудь? Нет. Как тебе удобно? Это не моя музыка была. Да. А тебе? Я тоже. Хорошо. У тебя можно беру? Да. Кореш, нападай на нее. На кого? Так она уже все. Уже все. Она уже попалась нам. На крючок. Мамуля попалась. Она уже присела. Милфочка, 25 годиков. На крючок. Все, оседлала школьника. Ощутила крючок, кореша. Давайте не будем об этом. Обе такие преклонили головки. Блять, сыр привезла нахуй. Спасибо еще за бицы, чел. Ебать. Это вкусный натурпродукт. Не
кричи так жестко, пожалуйста. Ты чувствуешь? Понюхай, Лёха. Ну, не так. Ну да, ну типа... Понюхай. Я знаю. Да. Тут насрал в пакет, вот такой реально запах, прикиньте. Фу, блядь. Да тихо ты, ёбаный в рот, вкусный сыр, пиздец. Ну пахнет давайте не пройдем, очень, да, и чё. Дегустацию. Нужно немножко отрезать, чтобы понять. Ой, блядь. Какой ну, чуть-чуть, ёбаный да, сыр. Но это из коза, козы. У меня глаза начали слезиться, блядь, козы, у меня глаза слезятся. Дура ебаная, с плесенью насрала нахуй. Это не сыр, тухлое молоко. Ой, иди нахуй, блядь, вкусно. Ты из вас француза, конечно, хуёвая. Я тоже буду. Пахнет как пицца. Да, я сейчас нарежу всего чуть-чуть. Уйди, не пробовал. Пока. Меня нахуй водоворотит, нахуй, когда я вижу этот сыр. Ты аккуратнее ножом, пожалуйста. Ой, блядь. Что с ним? Ёбаная мразь, что это блядь, за пустяки нахуй тухлый? Это просто кусок пизды. С чем это хавают? Просто ни с чем? Это хавают с медом в основном, но у тебя нет меда. Так воняет так нахуй. Так вкусно будет, если не чувствуешь, ты пизда. Он весь как с плесени. Бедный нож, его выкидывают по делу. Вот попробуйте чуть-чуть, попробуйте. Ладно, я делаю тест-драйв, это их. Вот этот. Вот этот. Ладно, это вкусный. Ладно, это вкусный. Ну, блядь, так пиздой воняет. Фу, блядь. Вкусно? Нет. Очень соленый просто. Ну да, он соленый. Так. Человек, ой, который всю жизнь ел только обычные блядь. Сыры, нахуй, из пятерочек, и вот это... Нет, ну если вы жрете пластиковый сыр, то да. Я хаваю, мне очень нравится. Руди, ну давай не будем это все распаковывать. О, нет, мы просто отрежем еще кусочек и все. Он тяжелее, меняйтесь. Я лежу, не вытерплю. Она может и на меня сесть. Лена. Мы рассвет встретили вместе. Кстада. Да, кстати, классно очень. Ну ты на молодежном заговорил, слышь, мать. Привет, ребят, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Как ты так разговариваешь, ты ебанутый? Это не я. Охуеть. Скажи еще что-нибудь. Я буду на ИРЛ стримах так разговаривать. Охуеть! Это еще и Дианыч говорит. Покажи свое лицо, чтобы мы верили. Да, я могу разговаривать таким женским голосом. Приветик. Мальчики, никто не хочет провести со мной какую-нибудь одну сладкую ночь? Привет, что делаешь сегодня вечером? Ебать, ты так мог скамить пацанов, блять, в играх. На ножике да, там. Да, реально. Жалко, что не делал, да, Леш? Да, как жалко. Олег же не рофлит, ему реально понравилось в гей-клубе. И тут он так говорит. Так это нормально, потому что там прикольно. Так нет, ну я... Там реально прикольно. Я там был просто с девушкой. Короче, мы познакомились там с какой-то парой. Ну, типа, он ко мне подкатывал. Я сказал то, что, типа, это моя сестра. А потом через 2 минуты мы с ней стояли, целовались. Короче, они на нас так смотрели странно, прям вот возле них. То есть для них сестра пацанца странно, а вот то, что там не странно. Типа, это было так кринжово, короче. А если бы я еще раз говорила с ними таким голосом, то это было бы прикольно. А кто пришел? Ебать, спать хочу, пиздец. Сейчас заканчиваем жизнь, там что осталось. Я малышей уложила. Ну все. Лёш, ты почему проснулся? Я только что вас уложила. Лёш, иди спи. Оу, щит. Или нет? Лёша. А? Спрячься. Тебе уже можно. Это ты напердел? Почему воняет так? Лёш, ты напердел? Скажи честно. Иди нахуй. Римку спят. Ладно, я шучу, не обижайся, блядь. Да я не обижаюсь. Не хочу от вас уезжать. Так и не надо? Не уезжаю. Зачем покупать обратный билет? Ты приезжаешь, да, мы решаешь? Ну я не могу так ситуацию. Конечно, такой. Загрузилась, да. Поднял пипа. Да, он такой, пиздец. Да все нормально, я еще в сентябре прилечу. Так я раньше к тебе прилечу. Я знаю. И в августе прилечу еще. Ты сам дал в душу, да? Чтобы... Да, я в душе заперла. Вот такая же бухня произошла. Так я, блядь, обливала бы весь комп. Ай, ничего. Так все, у нас есть последняя минута попрощаться с людьми. Всем пока. Всем пока, чатик. Пока. Спасибо, что смотрели. Опа, я между вами, и вы меня целуете в щечку. Щечка. Нахуй послал. А вы нажали кнопочку подписаться, чтобы она стала серой. И колокольчик. Всем до свидания, до скорых встреч.